Ну! Давай! Первый удар и сразу в цель. Анастасия Сидорова не раз играла в боулинг. Но в такой признается впервые. В руках вместо привычного мяча полосатый арбуз. Задача – сбить все кегли. Играют и взрослые, и дети, но сильнее, конечно, и больше попаданий у мужчин. Мы привыкли за столом есть все-таки арбуз, а не катать его. А здесь можно и поиграть, и потом после игры даже покушать. От Анастасии не отстает и младший брат Никита. Рассказывает, с игрой в боулинг не был раньше знаком, но организаторы сочли его за опытного игрока. Ну, мне понравилось. Я с первого раза не смог, а уже со второго смог. Нужно, чтобы арбуз не покатился в сторону. Ну, нужно рассчитать силу и точность, чтобы он покатился именно туда, куда надо. Вот так весело и со вкусом в этнопарке «Дружба народов» проводили уходящее лето. Для игры выбрали арбузы не случайно, ведь как раз в августе наступает сезон бахчевых. Как оказалось, это очень интересно, как это все принимает народ. Люди идут и прям радуются всему этому. Я как счастлива за каждую сбитую кеглю, радуюсь за вас. Не все арбузы прошли испытания. Вот они, ветераны с самого утра на дорожке. Один стал мягкий, другой раскололся. Можно смело вставлять трубочку в мякоть и пить арбузный сок. Самые маленькие посетители научились делать яркие вееры из цветной бумаги в форме арбуза. Также работало 10 национальных подворий, где прошли экскурсии для всех желающих. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.